Короче, вот. Купила жилет. Марина купила. Как это называется? Я не знаю, просто брала и все. Вот так это же этот. А то, что вчера мы брали. Нет. О, нет, тут раз. Ой. Это что-то другое. Ой, смотрите. Я вообще не знаю, что это. А оно съедобное? А оно что-то такой вид этого? Молодая, манго, вот на манго. Может быть, манго такой, не знаю. Вот смотрите, какой-то колючий. Наверное, это огурец. Нет, это другой вкус. Вот это называется? Там желе. Как называется? Сейчас покажем, держи, как внутри будет. Да, сейчас мы покажем, как он открывается. Вот такая штука. Ой. А можно кидать куда шкурку? Да. Смотри, вот сюда, чтобы камера смотрела. Он рассыпался, Марин, смотри, пыль рассыпчик. Может, он испорчен? Вот так, видишь, чуть-чуть. Ой. Видно желатин, видно. Видите, он какой-то такой прозрачный фрукт. Сейчас будем. Короче, вот желе. Это не так. Это не так. Сейчас я вам покажу. Вот, вот оно. Вот, смотрите. Вот сразу так. Ладно, мама лучше покажет. Открываем. Раз. И два. Ой, капает. Аня, ну ты показываешь? Мне от предыдущего попал голод. Да. Ам-ням-ням. Вот еще что-то. Да, это какой-то... Я посмотрю. Я не разбираю. Ой. Ой. Абигель просит. Надо было его порезать. Что это? Что это за существо? А это, наверное, внутренне? Что? А может быть, нет? Ой, мамочка. А может, ой, он вообще-то воняет. Может, он испорченный? Кислый. Кислый? Угу. Вот это я не знаю, как это называется, но первый раз такое вижу. Что это? Не знаю. Это вот такой большой авокадо здесь продается. Просто огромный. Таких не видел. Это вот маленькие бананчики. Смотрите, да. Вот это какие-то гавайские яблоки. Да, это гавайские яблоки. Необычные, говорят, а-а-а, очень вкусные. Да, вот, чтобы вам видно было лучше. Ну и помыла. Так, а там что это такое? Это папайя, да. Ну, мы еще взяли 4 больших папайя. Кстати, вот это лимон, который рос здесь во дворе. Вот такой лимон. Обычный лимон. Вот лимоны растут на Гавайях. Интересно. В общем, вот такой необычный фрукт. Короче, я буду резать, как приблизительно у меня... Ты думаешь, косточка? Вообще, честно, выглядит как ёж, правильно? Подгорел. Ну, про это помолчим. Так. Так, пробуем вот так. Отрезаем здесь. Ой, это, наверное, испорчено. Окей. Поехали дальше. Я думаю, я буду вот так просто обрезать поверху. И так будет лучше. Ой. Короче, вот что я делаю. Я беру вот эту, обрезаю вот так вот. Ты просто сильно спелый. Ну да, ну я не сильно желанием горю, сильно спелый пробовать. Так, убираю. Да, интересный состав. Наверное, он похож на вот того ежика, который зеленый. Убираю сюда. Да, чем-то напоминает. А ну того. Вот ты попробуй проткнуть, если. Зачем? Зачем? Я вот так. Прорезать, что внутри увидеть. Да. Окей. А то ж не видно было. Окей. Короче, я буду резать так вот. Есть косточка? Да, вроде бы есть. А, мне поэтому спрашивали. Ну все, давай, хорошо. Так, вот смотрите. О, вау! Вот, Анечка, идем посмотрим. Вот такой фрукт. И он
довольно-таки мягкий. Может его ложкой брать кушать? Прямо так вот зачерпывать. Можно попробовать. Мне кажется, он сильно похож на торт. Ложек. На. Пробуем? Да, я хочу. Ань, будешь пробовать? Короче, можно вот так зачерпывать, он такой мягкий. Тут косточка есть. Нет, это сладким. Ну что тогда? Хороший. Это вкуснее даже, чем тот. Там косточки есть. Видите? Сейчас вам покажу. Тут видно. О, он лицом отходит, смотрите. Аня, давай видим. Давай, Аня, меня будет. Ну, вкусно. Мне кажется, ну как, очень вкусно. Нормально? Ну, такой необычный фрукт. В общем, есть косточки. Очень сладкий. Но получается $1.5, да, стоит. Где так, да? Теперь следующий. Вроде бы манго обычный продукт, но это... Гавайский. Да, он пахнет сладкий. Такой привкус. Попробуем. Его сверху чистит? Или? Да. Манго. Ну, давайте сверху почистим. Я не знаю, как его чистить. Видите, это особенный вид манго. Он какой-то красного цвета, и он маленький. Обычно он больше по размеру. Есть еще желтый. Да, желтый. Они есть. Обычно вытянутые такие. И желтого цвета. А, это вот еще одно. Они обычно более вытянутые и полностью желтые. Ну, обычно как мы кушали. Просто я вот так отрезаю и раздаю тем, кто хочет. Ой, нам уже надо выезжать. Да, кстати, вкусно. Вкусно? Угу. Пап, я люблю манго. Видишь? Ты любишь манго? Да. Такое скользкое. А вот это? Это какие-то разные сорта. Ну все, манго вкусное. Спасибо за просмотр. Всем пока.